Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вас ждет огромное количество видео по танкам. Если вы хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, потому что на этих двух каналах я публикую разные видео по танкам, чтобы иметь возможность высветлять прям все события того, что в игре появляется. Ну а в этом видео мы пооткрываем с вами контейнеры на Жнеца. Это новая тачка, которая появилась в нашей игре, и на данный момент она появилась исключительно в контейнерах. И на меня, честно говоря, во время теста произвела, ну, очень позитивное впечатление. А самое главное, почему я буду пытаться достать данную машину, потому что я просто обожаю танки, которые не похожи в нашей игре абсолютно ни на кого. Когда рассматриваешь эту машину, эта зараза даже не помещается в экран, поэтому сделаем вот так. И что стоит отметить, что художники поработали, ну, просто великолепно. Хэллоуинская стилистика на высшем уровне, причем здесь нет абсолютно ничего лишнего. Ты действительно играешь на очень красивой машине, и когда заходишь в бой, чувствуешь себя, ну не знаю, каким-то значимым, что ли. Я не могу сказать, что Жнец это прям действительно имбовая. Тут два снаряда, которые вылетают сразу одновременно, короче говоря, по типу нашего уничтожителя, только там три выстрела за одно нажатие, здесь два. При этом всем средний урон 270 единиц, ну и я бы сказал, время с видений не сильно радует, но это все поправимо. Также стоит отметить не очень хороший угол склонения орудия вниз, минус 6. Но, так или иначе, ребят, если машину достану, сделаю на нее обязательно отдельный, абсолютно честный обзор. Дело в том, что на пресс-аккаунт разработчики данные ПТ пока решили не начислять. Не знаю, с чем это связано, но будем ожидать, и если начислят на пресс-аккаунт раньше, чем получу его у себя на аккаунте, то в любом случае сделаю на него абсолютно честный обзор уже тогда на прессе. В отношении ценников на контейнеры есть несколько вариантов, и давайте будем идти по возрастающей и говорить среднюю цену на конт. Здесь 2000 за один контейнер. Если покупать предложение двух контейнеров за 3750, то здесь усредненно 1875. То есть, в принципе, самое дорогое предложение, можно сказать, практически по усредненной цене среди тех, которые являются штучными. И купить вы можете это предложение всего один раз. Также вы сможете один раз купить предложение 4 контейнера за 5000 голды. И здесь самая дешевая цена за один контейнер 1250. С него я, в принципе, и начинать собираюсь. За 17,5 вы можете взять 10 контейнеров, и таким образом получается 1750 за один конт усредненно. Ну и дальше до бесконечности можете брать себе по 10 тысяч контейнеров в количестве 5 штук. И здесь получается самая высокая цена за один контейнер 2000, точно так же, как и здесь. Только здесь вы можете взять всего 2 раза контейнер по одной штучке, ну а здесь, как я уже сказал, до бесконечности. Поэтому по выгодности пойдем следующим образом. Самое выгодное предложение — это 5000. На втором месте по выгодности — это 17500. На третьем месте — это у нас 3750 за 2 штучки. Ну и дальше, понятное дело, контейнеры по 2000 за 1 штуку, либо контейнеры сразу 5 штук за 10000. Здесь усредненная цена одинаковая. По шансам выпадения 5% на машину, что является вполне стандартным показателем. Контейнер — плохая компания, с вероятностью 6%. Может быть, будет сыпать какую-то колдишку, но поверьте, здесь очень низкий процент выпадения. И, допустим, те же самые там, ну не знаю, приближенные к 5% шансы на 750 голды. Короче говоря, у вас одинаковые шансы получить 750 золота и самого Жнеца. Кроме того, стоит отметить, что можно собрать себе 30 талисманов на данную машину и получить данную тачку, ну, я бы сказал, гарантом. Но только проблема заключается в том, что их надо открыть целых 30, а это действительно очень дорого. Ну что, попытаем счастья, будем надеяться, что я достану машину раньше, нежели потрачу просто бешеные деньги. И давайте будем начинать, как я уже говорил, с самого дешевого предложения, которое здесь есть. Покупаем 4 контейнера за 5000 и погнали. Что выпадает? Не выпадает танчик. 3 контейнера осталось.
тоже машины нет, выпадают бустеры, выпадают иксы, и в целом ничего интересного. Вот здесь что-то будет. Ай, блин! 100 золота, я так обрадовался. 5 наград, думаю, неужели выпадет машина? Неужели выпадет танк? Нет. Нет, ребят, ничего не забираю из самого дешевого предложения, которое здесь было, и все, предложение распродано. Как я говорил, следующее по выгодности это предложение за 17 500. Здесь тогда у нас усредненно один контейнер будет стоить 1750. Его, в принципе, тогда и покупаем. Ну, что нам остается? Ну, ребят, 10 контов, должны-то точно не подвести меня. Так... Ах ты, блин, было притормаживание, я так понадеялся. Я так понадеялся, что притормозило не просто так. 5 наград и здесь 750 золотом. Да лучше бы с этим шансом мне тачка выпала, блин. Это то, о чем я говорил, что шанс выпадения 750 голды немножечко... 5000 золота! 5000 золота возвращается. Я не знаю, чему я радуюсь. Я бы лучше радовался, конечно, выпадению машины. Но, слушайте, это удешевляет. Удешевляет... попытку мою достать данную машину. Но... Ну давай. Ну я верю в себя. Я верю в себя, я верю в сегодняшний день. Я верю, что сегодня мне повезет. Ребят, ну... Ну блин, да что ж такое-то? Ну дайте мне машину. Дайте мне эту уникальную ПТ-шку. Она нужна мне. Она нужна мне. 200 голды. Последний контейнер. Последний контейнер, ребят, но... Нет, не забираю. Не забираю. 14 талисманов собрал. 14 талисманов собрал, потратил 17,5 плюс 5. Того получается у нас... блин, торможу немного. 23 500 минус 5... Ну, короче, ладно. 17,5, что я дурак считаю? Мне 5 вернулось, я за 5 контейнеров покупал. Ну что... 17,5 потрачено за восьмерку, ребят. За восьмерку 17,5. Мне кажется, это уже очень дорого. Ну ладно. 100 золота. Ну дай. Дай машину. Да ну где ты в конце концов? Ну неужели только с 30 контейнеров гарантом можно забрать его? 1000 золотом возвращается, уже большое спасибо, хоть какое-то удешевление процесса, но блин! Ну где ты? Ну где же ты? Ну давай! Все, у меня сейчас инсульт случится. Нет ничего, блин. Ребят, поставьте лайк в виде поддержки, пожалуйста. 3000 золотом. Но почему голда выпадает, а танка нет? Шансы получить голду меньше, чем машину. Все. 6 штук надо еще. Надо еще 6000. Ой, в смысле 6 контейнеров. 6 контейнеров надо взять. Здесь возьму 2. И здесь возьму... Ну, как раз возьму... тоже 2. Ё-моё, получается только 4. А надо 6. Блин, ну не дотягиваю. А тратить сразу, блин, десятку. Ой. Ладно, была, не была. Давайте, давайте попытаемся. Давайте попытаемся взять те, которые подешевле. А, подождите, стойте. 1. Но. Распродано. И где? Я ж купил, нет? Не понял. Это как сейчас понимать? Чё за бред? Я ж купил их. По-моему, меня развели только что на контейнеры. Так, друзья, это фигня какая-то. Сейчас попытаюсь игру перезагрузить. Или еще раз зайти в контейнеры, что ли. Не, ну реально распродано. До главной награды... Чё у меня тут? До главной награды это хорошо, а где? Я купил только что 2 контейнера.
Ладно, сейчас перезагружу игру. Скорее всего, я что-то кликнул не то, что надо, и сразу встречаемся еще раз. Так, ребят, игру перезагрузил, вернулся. Смотрим, что у меня... А, это предложение за 10 тысяч, не то. Заходим в магазин, появилось или нет? Да, появилось, вернулось это предложение за 3750, 2 контейнера. Фух, ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем. Контейнер — плохая компания. Ну давай отсюда хотя бы какую-нибудь машину в виде компенсации. Нифига, нифига не дает. Второй контейнер. Все. Вот так вот, ребят. До свидания. Итого, 26 талисманов из 30 необходимых, не хватает 4, здесь могу взять только 2, то есть в любом случае брать это предложение мне невыгодно, хотя оно дешевле получается. Ладно, открываем, за 10 тысяч золотом, гарантом забираем данную тачку, я уверен, что раньше она мне не выпадет. Да идите вы в пень, блин, 27-й! 27-й контейнер приносит мне жнеца. 3750 сейчас верну, получу его гарантом в конце в любом случае. Я в трансе, честно говоря. Ну как так, на 27-м контейнере? Ну почему ж не раньше? Все, получаю жнеца еще раз. Получаю 3750 гарантом возвращения. Где тут информация? Да, вот они, 3750, и вот он жнец на 27-м контейнере. 28-й, 29-й, 30-й, да, все правильно посчитал. Но, ребят, даже не догадываюсь, сколько золота потратил, и не буду сейчас даже считать. Я сейчас просто возьму, где этот жнец, вот он, красавец ты мой. Я сейчас возьму, ребят, снаряжу данного жнеца и поеду специально для вас собирать всю информацию по данной машине и делать для вас абсолютно честный обзор на данную новую ПТ-шку. Так что ожидайте видео буквально через каких-то там полчаса-час на канале. Буду благодарен, если поставите лайк данному видосу, подписывайтесь на оба моих канала, прожимайте на колокольчики и ничего не пропускайте из того, что появляется в нашей игре. Пошел снимать видос, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.